И добро пожаловать на Sky Exchange вместе с Альвинусом. Сегодня, точнее вчера обновилась сборка, правда для вас вчера это неделю назад, наверное. Вот, потому что я пишу заранее, кто не знал. Вот, в общем, что изменилось? Ну, то, что я заметил, обновились ящики, вот есть такие простые. И Reinforce, типа защищенные от взрыва. Ну, делаются они как и старые, только к этому добавление нескольких этих самых железяк. Вот. Пробовал поставить сюда вот этот вот, чтобы быстрее работало, но что-то не работало. Также я себе сделал вот такой костюмчик. Делается он из таких вот, так, не из таких, а где такие, что-то их не вижу. В общем, рецепт вот такой, и мана эти, кидаем мана пул, получаем, вот. В общем, и делаем, нитки, костюмчик, для чего он мне нужен. Usage, вот, gold shift, нужен, потому что при одевании этого костюма 35% меньше используется маны. Вот. Вот этого я сделал, когда буду мочить замачивать тут топор, у меня 35% меньше маны будет использоваться. И также есть вот такая тряпочка, которая снимает энчанты. Вот, допустим, вот у нас есть тут энчант. Ну вот это вот, видите, зачарованное, да? Breaking, Protect, а вам не понравилось, вы хотите перечаровать. Чпок, все, она стерла. Так, она не чинит, нет, не чинит. Жалко. Вот, дальше, что еще сделал? Так, это, please, нафиг, оно мне не нужно. Так, и что? Ну, наверное, продолжим выполнять ачивки, ибо на данный момент мне больше ничего не остается. Так, что тут? А, тут у меня, не знаю, то ли баг, то ли что. Эта вот коробочка полным-полна, то есть горючки у меня полно. Этих тоже растет. В общем, все очень даже хорошо исправилось. Так, да. Что это вылетело? Баг какой-то. Ладно, сиды пригодятся. Так, у нас, как всегда, хоть я его дракон труба вертел, все равно они у нас тут есть. Так, обновился этот. Теперь у нас есть тут крафт грид, то есть я могу брать отсюда предметы, крафтить. Ну, в общем, сделали немножко удобней. Так, и сегодня нам по заданию, тогда в таком случае сугари тех, лазер. 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 Не лысер, а лазер. Лазер. Вот он. Так, лазер. Reinforce alloy, алмаз и steel casing. Ага, а как он делается, этот alloy, так, простая, плюс diamond. Так, раз, два, три, плюс простая, где-то я тут их видел, как раз три баночки. Не видеть. А вот одна есть. Так, одна есть. Второй не вижу. Ладно, черт с ним. Значит, это сюда. Пускай она делает. Баночка. Это у нас будет голд. Так, осмиум. 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 И редстоун. Так, вроде бы так она делается. Рецепт. А, еще и микросхемки. Или как они там? Rich alloy. Так, это раз, два, три, четыре сделаем. Уж ладно, сделаем четыре. Так, там у нас должно было закончить. Так, три. Делаем лазер. Даймонды. Даймонды.
Вот один diamond и прочный корпус. Где-то должен был быть. Steel casing, вот он. Вот, дальше делаем лазер. Есть контакт. Для чего он нужен? Я... Чё ты побери, робит. Так, робит, робит. Робит, не робит, робит. Робит, робит. Оу. Персонал чест. Ага, сталь это и честы. Одна это. Там еще какая-то хрень используется, очень дорогая. Reinforced, ага, ясно. Это одна микросхема, потом обсидиан метод, вот он, Reinforce, и вот этот. Микросхемы с собой, значит, один этот, один этот. Так. И вот этот. Так, дальше. Персонал чест. Чест есть. Дальше 8 у меня вроде бы был персонал. Так. Сталь и стекло. Глаз. Глаз. Как всегда перепутаю. Глаз и сталь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, пускай будет шесть. Так. Персонал чест, вот он. Есть микросхемы. Или как там, Atomic Alloy. Стоп. Да, Atomic Alloy и Робит. Чё? Рейфонс, Обсидиан и Голд. Где-то был. Или не был. Так, почему я не пользуюсь этим? Потому что, вот, видите, он сбивает, и он не показывает. Алло, обсидиан иглот у меня есть. Да, вот. Нет, это не коротит. Угу, как этот робит. Робит. Так, ричмент алой. Так, это рейфорс даст плюс рейнфорс даст 2 плюс 2 этих. Так, это у нас компрессоры. Раз, два. И тут усилители стоят. Нет, нет. Один есть. Давай, 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 давай. И чё? Не глючи. Короче, что-то заглючило. Так, и робит. Есть такая штука дальше. Что там нам надо? Чарчпад. Чихарч. Чихарч. Чарч. Очень пад напишу. Пад. Вот он. Так, стоны прессуре плейт. Стел игльт. Ага. Значит, прессуре плейт. Есть у меня стол? Нету. Стоун. Так. Стоун. Прессу реплей. А, вот он. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, я не это хотел. Я хотел вот это. Три. Ты что, мне пришел помогать? Что? А? Нет, не надо. Иди, иди, иди отсюда. Так. Стальных игл-то два. То есть два. Два стальных гиганта и... Во. Ну, quest complete. Так, обсидиан climb. Все. Done. Все, это выполнено. Осталось вот эти во. Так, посмотрим, что это за штуки. Рубиты всякие.
Этого поставить невозможно. Для чего он используется? Ага, Digital Miner. Atomic Alloy, Teleportation Core. Ага, Usage Robosurgen. Тайомы, чардж-пад, усы. Угу, чардж-пад. Поставим сюда. Даже так, а лазер что за хрень? Лазер резал. Так, значит, возьмем ЛВ. ЛБ, а не ЛВ Капачитер 2 и этих два. И посмотрим, что за хрень такая. Что он делает? Так, чпок. А что ты наверх встал? Я же тебя... Вот. Так. Чё за нафиг? Куда ты там встаёшь? Ай, ну и фиг с тобой. Так, чпок. Ясно с тобой все. Чарджпад что-то не чарджпадит. Так, ладно, эту хрень пока ставим. И что она делает? Может, заряжать? Ну, судя по всему, заряжает все, что у меня. Обсидиан, ТНТ, это что-то взрывать. Так. Не надо на данный момент. Не надо, не надо. Лазер не имеет. LV Fury Coin, это тоже не надо. Enrich Alloy. Так. Что от нас там дальше требует? Option тех. Modular Storage. Modular Storage. Вот он, Modular Storage. Machine Frame. Ага, на MC имеем. Значит, одну можем сделать, а дальше... И Iron, так как всегда много. Потом лапис много. Голд много. Так, тебя, чпок. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, я не знаю, сколько там чего они потребуют, но вот сделаем. Много, если что, сдадим. Так, запоминай. Вот дальше. Что там? Кварц и, блин, честно, только что сдал. Чест один штука. Кварц. Кварц надо. И редстоун, как всегда. Редстоун. Так, это, насколько помню, кто-то объяснял, что это есть что-то вроде АЕ-системы. Так, модуляр storage. Есть такая штука. Так, ты идешь сюда. Давайте, не то нажал. Так, quest storage модули tier 2. Storage модули tier 1. Так, это имеем. А, честа нету. Чест. И что-то там надо было. Так, это вроде бы имеем все. Чпок. Карточку. Ну, давайте две. Так, ты у нас имеешь MC? Имеешь. На, запоминай. Ты тоже имеешь. Запоминай. Ты, не помню, запоминай. Так, второго уровня. Всего лишь. Золота нету. Голд. Голд. Так, второго уровня. Чпок. Есть. Запоминай. А третьего как делается? Ух
Ты ж какие вы дорогие. Ну ладно, от нас второго не, этого пока не требуют. Так, complete, climb. Есть, крафтинг, крафтер тир 3. Крафтер 3, тир 3. Так, крафтер тир 2, крафтер тир 1. Фрейм. Ага. Значит, work, не, крафтинг тейблы, крафтинг табло, крафтинг тир 1, ага, тир 1, тир 2, тир 3. Потом редстоун факел, редстоун. Так, и давайте поехали. Крафтер тир 1. Так, запоминаем на всякий, про всякий крафтер тир. Так, крафтер тир 2. Запоминаем. И крафтер тир 3. Где он? Крафтер тир 3. Запоминаем. Вот, пожалуйста, получите, распишитесь. Quest complete. Down, down, climb, down. Так, RF, Tools, Control, Manual. Так, RF. Так, вот он, Control, Manual. RF, Tools, Manual. Control. Всего лишь book. Бук и так, это сюда, это сюды. И что нет? А, наоборот, да. Ну, ладно. Вот ты какие привередливые. Рефтул, контрол, мануал. Инпродукшн. Ладно, это я почитаю на досуге. МСУ имеешь, бери. И следующее, что там от нас требуется, программер. 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 Так, программер, процессор, программер. Ага, это есть, и еще папер. Папер. Так, и делаем программер. Чпок, на. War complete. Climb down. Так, эту мы закончили. Так, эту закончили, закончили. Spice of Magic. Так, пси это не хочу. Бакро это нет. Гастрономи. Рекли это нет. Точно, так, это нет, это сложно, сложно, это делаю, это когда руцы начну гастрономии. Кейк, 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 ага. Так, тогда это мы пока мы все скидываем, что мне не надо. Так, крафтер тир 3-2, ну ладно, посмотрим, что за хрень тут. А, это я знаю, это автокрафтер, пока не нужен. Во всяком случае, как я знаю, так, программер. Ух ты ж, красивая штука, но я не программист. Так что иди бесом, покамись. Машин фрейм не надо, это не надо. Модуляр storage. Это мне кто-то там объяснял из моих друзей. Так, сюда. Storage. Складываешь что-то, и тут можно все хранить. Ну, в принципе, ячейку можно достать. Пока мисс мне не надо. У меня есть EMC-система, так что пока мисс от этого откажемся. Так, лазер. Лазер где-нибудь может пригодиться. Так, ты у меня тут лежала. Ладно, давай попробуем. Чуть, ой, чуть кейками заняться. Как я?
Так, как ке? Как ке? Кейк, вот они. Так, кейк, так, карот кейк. Какие мне там надо? Чизкейк, пенат шоколад, ред карот кейк. Карот кейк, духты, хоны, карот. Так, доут, это у меня есть. Дальше карот, морковка, карот, чего не так? Карот, царот, рот. Дальше сугар, ну, возьмем сахар. Сугр. Не, сугр, а не сугр. Так, и как она там называется? Баке. Баке. Бац. Бак. А, баке. Бац. Баке. Так. Это тесто, сахар. Короткий. Так, короткий. Запоминайся. Есть. Дальше. Какой там? Пинеапли. Пайнапл. Пинеаплы. Пинеапл. Валнутс. Черри. Пинеапл. А подождите, он то имеет этот пини Apple. Ага, пини Apple, черри и так, пини Apple. Вот он. Пини Apple. Волнут, 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 волнут. Где его взять этот волнут? Волнут. А, нет, у меня волнут. Пинеапл инсайдер. Волнут. Так, волнут и черри. Черри тоже нету. Откуда волнут взять? Я не знаю. Так. Эмеральды. Так, вот у нас тут. Так, это тоже не то, не то, не то, не то. Так, это не то. Акация, маплис, саплинг, паперберг, цинамон, дурун, персимон, оранж, абрикос, манго, коконут, печь, алмонду, пеперкон, лайм, писташки, пекан, банана. Сарфуд. Блин, а поиска тут нет. Кассив, грейпфрут, оливы, папера, дракон фрайт, фиг, синамон, папайя, дата, дарклуб, нутмек, чес, нут, блин. Что-то красное будет. Apple sapling. Нет. Cherry sapling. О, давайте cherry sapling. Один. Бай. Ай, три. Далее. Что еще там надо? Walnut. Walnut. Риз. Турк. Ну, ладно, это без вас найду. Так, нашел волнут, это оказывается тоже дерево. Так, дальше мы можем купить еще. Хотя это дорого будет. Так, Боун мил. Так, и где-нибудь это вот всякие волнутым всякие черри посадить. Так, черри расти. Во.
О, их сразу вырастить можно. Так. Хорошо. И этот самый волнут. Жук. Вот, и волнут, и всякие похожие. Так. Каки. Так. Чпок. Второй готов. Дальше. Тортики, чоколадес, пиклес, кейк. Так, чоколадес. Дангелион, розерет и грин. Коко паудер. Ага. Мортар и коко. Значит, мортар. Есть чоко. Есть данут у меня есть, сахар у меня есть, кактус. Я должен был получить кактус грин, потом, как он там называется, розы. Розы. И дангелион. Дангелион. Вот. Тортики, тортики. Вы любите тортики, так как люблю их я. Так. Коконут забираем. Изучаем. Пускай будет. Так. А этот я запомнил. Тортик. А он имеет МС. Вот ты ж какой. О, зато этот тортик у нас имеет EMC. Вот. Так, второй тортик. Сколько нам там этих тортиков-то делать-то надо? Так, это сделали, Red Velvet Cake. Вот он, Red Velvet Cake. Это есть, Екс. Флур. Так, это что, милк? Значит, milk есть. Дальше флор. Где-то был. Флор есть. Дальше что тебе еще надо? Heavy крем. Крем я делал. Помню точно. Крем. Вот он. Так. Сахар есть, яйца ЕГЭ есть, и что? Розрет есть. Так, дайте нам тортик. Спасибо. Запоминаем тортик. Так, и кейт я вроде бы делал. Чизкейк. Чизкейк. Блин, опять все повторять. Так, значит, ЕГ. Милк. И флор. Флор. Вот он. Так, и чизкейк. Крем. Забыл. Крем. Вот. Это все компоненты, когда ты делал, поэтому мне сейчас намного все легче. Так, чизкейк. Морельес. Квест. Что тебе все? Клайм. Что такое? Свечки дали. Так, тут. Ой-ё. Тут. Кокетурки. А, вот эти у меня, по-моему, есть. Тофу. Тофу или тофу. Блин, как она пишется? Тофу. Тофу нету.
Странно. Тофу нету. Ладно, напишем тут тофу. Так, это как он делается? Фирм тофу, сил тофу. По-моему, делается из, если я не ошибаюсь, это делается все тут. Нет, крем. Тофу, силк тофу. Подождите, милк. Ну, пиши. Милк. Не такой. Милк. Ага. По-моему, так вот делается. На 4 этих и в соя. Сойбин. Вот, из них, по-моему, делается. Это я помню с какого-то сервера. Да, вот пошла. Это один тофу будет. Это тофу у нас сейчас. Силк тофу. О, еще и гран-бин получается. Тоже неплохо. Так. И если второй раз прогнать, то будет этот самый такой бин тофу. Так, яйца убираем. Вот он. Фирм тофу. Так, тотики. Ну, раз у нас тут тотики, то ложим эти тотики. Тотик один. Тотик второй. Тотик третий. Тотик четвертый. Тотик пятый. Так, эти все скидываем. Точно не надо, точно не. Так, тофу мы сделали. Кокет тофутон. Так, тофу. Так, кокет тофутон. Для этого раф тофутон надо. Оу, щет, кукинборды. Чего там? Кутинг, а, кутингборд. Кутерборд. Ой, то фим тофу. А, он у нас не имеет EMC, и этот не имеет. Милк имеет. Хорошо. Так, тофу имеем. Так, ты подвинься. Туфу имеем. Потом флор. Флор. Флор есть. Флор. Есть. Обмакать. Cooking oil. Ну ладно, напишем. Вроде бы делал. Oil. Нету. С чего у нас делается oil? Волнут и джусер. Джусер у меня есть. Джусер. Джусер. Вот он. Так, берем этот, берем волнут, коки. Так, имеющимся, имею, запомнили. Так, значит, волнут убираем этот. И пока в сторону. И что еще? Потато. Потато. Вот, потато. Теперь это все складываем сюда. Сыр, масло и потато. Получаем рафтуту, и это все надо пережарить где-нибудь очень быстро. Вот она. EMC имеешь? Нет. Ну почему что не имеешь? Так, это имеем, это имеем. А еще одну тофу надо пережать. Так, дальше, что у нас там еще требует? Кокет торки. Турки. Раф турки, кокет турки. А это откуда? Сой милк, а, раф.
Где-то у меня турки был. А, в турки и кокет турки. Так. Надо, понимаю, пережарить надо. Так, стоп. Кокет турки. А, не этот. Че этот кокет турки, вот он. Ага. А, ну. По-моему, он у меня есть турки. То я его вроде бы делал. Он имеет EMC? Нет. Кокет турки. Так. Фирм Туфу, Брид и Кокет Ойл. Ойл. Бред. 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 И туфу. Этот есть. Блин. Из сои можно получить туфу. Так. Нет, нельзя. Использовать его как только фирм тофу. Я помню, по-моему, из него можно сделать сой милк. Нет. Нет. А из молока? Нет. Из чего я там его делал? Соя. Соя у меня тут росла. Вот он, сойбин. Да, кухня, это вам не хухры-мухры. Так, мне надо какой там этот кукит. Вот он этот. И твердый или мягкий? Кукит турки. Вот он, кукит турки. Фирм твердый. Фирм кук. Еще соевое молоко. Так, значит, туфу, ножик. А это и хлеб. Раф турки. Но это не настоящий, я так понимаю. Так, раф турки имеет? Не имеет. Все. Примите. Блюдо подано. You Vegetarian Climb. Что нам там дали? Сой соус. Ну ладно. Его еще не имеет. Ну ладно. Так. Вкусно поели. Так, это не имеет. Это не имеет. Это не имеет. Эти черри не имеют. Волнуц не имеют. Что еще у нас тут не имеет? Емсю. Лихтмет. Тихтофу. Чего? Спит на 3 минуты. Ага, его съесть не могу. Ладно. Вот. Позанимались немножко кухней. Так, теперь что мне не надо? Все скидываем. Так. Light blue candle. Нет. Так, более-менее освободились. Так, это что такое? Рецепт. Рецепт. Вакс и стринг. Вакс это у нас вот тут. Я теперь вот так вот делаю. Оно намного быстрее. Потом поставил эти обратно. Ой, так вот, юзать чего? Вакса сюды. Он выжимает, получает вакс. Так, сейчас. Так. Чего не лечитесь? Где мои баублисы все делись? Чё за...
Так, я не понял. Так, как он называется? Project. Вот он. Repair. Вот он. Дебаблисы. Так. Вот он. Прессуривакс. Ага, сейчас наши пчелки починятся. Я не знаю, что их делаю, но пригодятся, может. Так, вот, пчелки починились. Можем их спихать обратно. Вот это мы сюда скидываем. И у меня нету монокля. Блять, монокль куда-то делся. Монокль. Вот он. Мана и бистро. В общем, глазы, как всегда. Потом голды. Раз, два, три и мана инголд. Вот он. Тут монокля нету, нету. И делаем монок. Чё? А, моноглаз. Никакая там. Все, моноглаз есть. И делаем монокл. Монокль чпок. И я теперь вижу опять, сколько мои растения. О. Так, кто тут еще у нас живой есть? О, курица еще одна. Так, как у нас тут? А, и да, и появились звуки. Вот. Раньше их вроде бы не было. Сейчас они появились. Вот, это ж. Такое прикол невидимые. Так, значит, нажимаем F3. Hidden. Так, где-то shift to connect, shift to base hidden, F3 плюс Q. Значит, так, F3 плюс Q. F3 плюс Q, так, reload chunk, F3 плюс A, вот. Если у вас проблема, нажимайте F3 плюс Q, и у вас выдаются вот такие F3 плюс Q. Показывают хитбоксы, очень полезно при битве с боссами. Где тут показывает, у кого где хитбокс находится. Хитбокс это куда бить надо. F3Q. Так, show hitbox. F3 плюс B. Вот, видите? Вот в это места надо бить его. Вот это называется хитбокс. Но это может кому-то пригодиться. Вот, у лошади, как видите, хитбокс очень огромный. Вот. И но если он голову поднимет, вот видите, я буду бить голову, я не попаду. Так, где у нас курица? Вот. У курицы вот он хитбокс. Если вверх бить, вот сюда, видите, я не попадаю. А вот хитбокс, вот он, чпок. Все. Готово. В этих. Ага, видите, у руды, где хитбокс. Где по-настоящему находится. Видите, машина. А вот эта стильная стрелка, это куда она смотрит. Вот. Так что имейте в виду. Вот видите, он сейчас смотрит туда. Сейчас на меня смотрит. Так, дальше что тут интересное? F3B отключаем. F3Q. Clear chat, это очистить чат. F3 плюс D. Ага, ой, F3Q. F3 нажимаем. Вот написано, видите, F3 плюс Q. Ой. Видите, F3 плюс Q. Clear chat. Escape. Ой. F3 плюс D. Видите, все, что набирал, он чистый. Вот, очень полезных
программ. Так, Шовчунг Болдерис, циклерий денег, Advanced All Tip, цикл креатор. Ну, в общем, кому надо будет, тот сам поиграется с этим. Очень полезные функции. Это в 1.10 появилось. Вот. Но на сегодня, я думаю, наверное, хватит игры. Вот. Сделали технику. Так. Ну, на всякий случай, спойлер. Чем займемся после? Так. Ну, наверное, вы сильно не обидитесь, если вот эти вот все я сделаю за кадром. Потому что, ну, я сомневаюсь, что это очень интересно смотреть, как делаем эти всякие гаммы. Вот это я сделаю за кадром, что это получу. Хони, Тост. В общем, эти по мне чисто, они не очень интересные. Так что это я еду за кадром, я сомневаюсь. Вот это я не буду делать пока. Гастрономию закончу. Black of Roots. Ну, следующую серию или Roots, или вот это, или вот это. От этого надо мне еще подготовиться. Гая Спирит, ну, построить арену, где с ним драться. Вот, не знаю, вот это или вот это. Вот, потом, когда закончу все тут и тут, то тогда начну... или Roots, или Psy. Вот. Ну что, спасибо, что смотрели. Это был Альвинос, Sky Exchange. Сборка улучшилась. Так, этого мне пока Sky будет. Так, ты как у тебя здоровье-то вообще-то здоров? Эй. Вот видите, пока на хитбокс вот навожу наверх, не видно. Пока на хитбокс не наведу, ничего не видно. Так, вот, что еще тут можно придумать такого интересного? Так, курицу убить можно. Часы тут вообще не работают. Вот. Ладно, я уже не знаю, чем заняться, поэтому спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидим в следующей серии. Увидимся в следующей серии. И всем счастливо!